Привет, друзья! Вы снова в гостях у Потапа. И сегодня у нас, посмотрите, вот какой большой пакет, потому что я только что пришел из магазина. И посмотрите, что я сегодня принес. Сейчас я вам все покажу. Итак, первая игрушка. Эльдрадор. Ух ты, посмотрите, какая пушка, которая выстреливает вот с такой вот сеточкой. Интересный игровой набор. Такое в Потапе впервые. Смотрим дальше. Еще такая же коробочка, тоже похожа. Ух ты, посмотрите, что здесь. Тоже такое же название. Эльдрадор. Какая-то метательная штука. Будем кидать камнями. Тоже интересная штучка. Продолжаем дальше. О, щенячий патруль. Как обычно, щенячий патруль. И у нас будет крепыш. Посмотрим, что за штука на этот раз у крепыша. Итак, продолжаем дальше доставать. Это у нас опять щенячий патруль. И на этот раз уже гонщик. А миссия гонщика, смотрите, будет миссия полицейского. Гонщик полицейский. Тоже будет очень интересная история. Скоро мы это все увидим. Продолжаем дальше. Итак, у нас опять снова щенячий патруль. И опять гонщик. Гонщик получит новый рюкзак. Зикрайдер ничего не жалеет для своих щенков. Смотрим дальше, что уместилось в нашем пакете. Достаем черепашку. В гостях у нас будет на этой неделе Донни. И Донни у нас будет, посмотрите кто. Да, это дорожник. Он будет ремонтировать дороги. Потому что полицейский и пожарник у нас уже были. Теперь дорожник Донни. Донни, дорожный работник. Черепашки, ниндзя. Следующий игровой набор. Это у нас молния Маквин. Крутейшая тачка. И тачка, которая будет выпускать шарики. Тоже очень круто. Будет интересно. Идем дальше. И у нас еще один игровой набор. И посмотрите кто. Спайдермен. И он тоже, смотрите, будет выпускать шарики. Да, это будет очень интересная история. Быстрее бы это все увидеть. Следующий у нас идет, посмотрите, опять Спайдермен. Но уже какой он большой. И посмотрите, как эта жидкость заливается в него. И потом он начинает выстреливать. Вот, наверное, вот сюда вот надо нажимать. Это очень интересный игровой набор. Итак, идем дальше. Что у нас еще в этом оранжевом пакетике? Ну, конечно, конечно, куда же мы без пластилина? Звездные войны. И будем лепить различные штучки. И тут еще одна коробочка пластилина. Она... О, еще одна. Ух ты. Классно. Звездные войны в Потапе. Ну еще здесь я кучу накидал и куча киндер-сюрпризов. Пингвинчики в коробочках. Ух ты, это какой-то интересный киндер. Да, немножко сюрпризов. Ну сейчас посмотрим все, что уместилось в этом оранжевом пакетике. Теперь он у нас пустой. Ну вот, друзья, вот это все уместилось в этом небольшом оранжевом пакетике. Вот так вот я сходил в магазин и набрал немножечко игрушек. Все эти игровые наборы я буду по очереди показывать вам. А с чего начнем, вы это увидите уже завтра. Думаю, на этой неделе вам, друзья, будет в Потапе очень интересно. Потому что все это вы сможете тут увидеть. И про все своя история. Будет очень интересно. Почаще заглядывайте в Потап. До новых встреч, друзья!